Вроде бы поехал. Да. Я уже ребутнул. А, вот чат почему-то сломался. А. Ну-ка. О! Пролагало. Отлично. Нет, не в ту сторону стрелял. Спасите, пожалуйста. Сосиска, не убивай меня. Так. Ух, пора убить простого босса. Нет, 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 нет. Да ну почему меня сейчас шурикен-то задел? Твою налево. Что-то у меня внезапно начались проблемы с боссом. Так. Господи, это было прям близко. Идем вперед. Блин, вот это зря, он меня сейчас убьет. Ладно. Спасибо моим усердным тренировкам в городе, где полно этих троллей. Морков. Так, ну давай. Блин, задел он все-таки. Блин. А. Понял, то есть даже сражение состоится. Ладно. Да, ну блин.
Чувак, вали, пожалуйста. Но я смотрел на ютубе, и там были, ну, именно щиты. Так что, возможно, под крестами это именно это. И подразумевается. Я и так с этими щитами прохожу. Что? Без паники. Я уже с кинжалами напроходился, когда щит пропал. Блин, зачем я сейчас прыгнул? Вот, объясните мне. Ладно. Давай. Иска, вали. Ой, вот это я зря упал. Ну ладно, давайте еще раз поднимемся. Не столь критично это падение. Вот если бы там был бы еще красный демон где-то посередине, самой нижней платформы, вот это было вообще классно. Я бы обрадовался, как я не знаю кто. Не иди! Зачем ты приседаешь? Твою мать. Это посос. Да, полный. У меня огромная проблема с этим грёбаным Тенгу, который берет и летает, или я не знаю что. Или это демон, или говно какое-то летающее, просто на кровавое. Как же я ненавижу этого моба. Он всю малину портит. Вообще, эта музыка мне напомнила парк юрского периода. А из Гарри Поттера там, когда эта мелодия играла? Подумал, что-то ничего в голову не пришло. Да ну твою мать. Едите, это еще что за мелодия в 13 финалке? Так, вот зачем я сейчас на него Хогвартсе? Не, не вспомню так. Ну и ладно. А, это тема Чокоба. Блин, у меня дропы лютые. Да. С чем это связано, я хрен его знает. Да, дропы. Ну, сейчас вроде все нормально стало опять. Блин, возможно, это опять из-за погоды, типа дождь, все дела, и начинает интернет срань вытворять. Есть такие подозрения у меня, что очень не кстати. Да блин, иди ты. Фига. Здесь есть еще и слова песни. Так, ну давай, появляйся. Блин, ноль раз попал. Это очень плохо. Твою мать.
Так, пойдем за щитком. Ну, за броней. Я вроде бы не брал ее. Отлично. И главное не нарваться на сосиску. Господи, их теперь две. Давай, иди сюда. Так. Нет, свали. Ну, теперь можно. Все хорошо, все просто отлично. Фух. Нет, сосиска, отвали. Спасибо. Так, сваливаем. Так, отлично. Привет, Вендарион. Да, Мэдисон похудел очень сильно. Так, давай, второй босс. Фух. Нет, все очень плохо. Блин, черт. Пожалуйста. Спасибо, господи. Да, были анонсы. Блин, пожалуйста, босс, не начинайся. Надо кое-что поправить. Ладно. Ох. Так, надеюсь. Все будет хорошо. Твою мать. Нет! Ладно. Стоп, его надо поверху бить, что ли? А по низу урон не считается? Или считается? По ногам его. О, спасибо тебе. Сейчас я передохну.
Я жив просто. У меня пришел родитель и сказал, что... Будешь ли есть салат, который взяли в магазине? Я такой, ну окей, это будет мой ужин. Так. Не, клип я потом сделаю, если что. Можно же в воде сделать. Так. Так, теперь надо проходить, да? Фух. Как же мне повезло, господи. В прошлые разы, в такие моменты, игра мне говорила. Нах ты, нехороший человек. Начинай сначала, мы не сосчитаем тебе это за победу. А еще я слился на самом начале. Господи. Так, теперь мне надо выбить ножи, короче. Ну да. Ну теперь-то я изи пройду. Один раз получилось. Почему бы второму разу так не получиться? Да ты стреляй огнем-то! У меня очень большая претензия к этой игре. Почему иногда между киданием огня есть кулдаун? Я этого просто не понимаю. Фух. Хорошо, что чекпоинты идут. Господи. Ладно, я буду рваться вперед. Так, это была плохая идея. Надо выбить кинжалы. Ими проще будет проходить. Осталось понять, где они. Не, Вендария, на японской версии в жопу просто сразу. С полоборота. Точнее, с пинка. Ладно, возможно, не надо спамить просто огнем. А вот просто методично его кидать. Блин, это такое паршивое оружие, вы бы знали. Если бы меня спросили, какое самое бесполезное оружие будет в постапокалипсисе, то это было бы явно вот это оружие. Оно бесполезное, как я не знаю что. Я не про... Так, хорошо. А какое? Ложка? Ну, кстати, да. Нет, развали от меня. Так. Нет, Виндарин. Не кидай ссылочки. Все очень плохо. Блин, я забыл, что здесь вот этот вот гад. Нет, отвали от меня. Я дойду до чекпоинта. И потом посмотрю на твою ссылочку. Хотел найти у них эту статью, а ее нет, а на месте ее какой нормальный базор, ну что за дела? Все, я прошел до чекпоинта. Фух.
Это сайт, который и поиграл в демку Cuphead и на одном месте прыгал, что ли? Или там что-то другое было? О, по-моему, здесь дропаются наши. И нет. А, тот другой? Блин, я надеюсь, на Cuphead будет скидка на Новый год, например. Я бы взял бы, я бы один раз спрашивал. Я что-то подумал, что мне Cuphead чем-то нап... Ну да, зачем я это сделал? Что мне Cuphead напоминает чем-то Ghost and Goblins. Я не знаю почему. Я кажется, все, я поехал. Ай, так. Дайте мне, пожалуйста, ножи. Мне очень нужны ножи. О, нет, все нормально. Так и есть. Мне надо понять, где выбиваются ножи. Без ножей все очень плохо. Так, у тебя нож? У тебя нож! Спасибо, господи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сосиски, отвалите от меня. Ради всего святого. Так, вот сейчас будет очень рандомный босс. Легкий, просто легчайший. Ну почему я не могу подобрать ключ? Давай, 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 давай. Смотрите, я просто спидраню эту игру. Прохожу, как будто бы... Я не знаю кто. Сейчас за часик-то до последнего уровня добежим, надеюсь. Ну или хотя бы до пятого. Так, так, так. А, нет, сейчас будет отвратительный город. Я вспомнил. На который я убил очень много времени, потому что это отвратительный город. Да. Я уже тут умираю. Да. Да. Это прям совсем. Прям в воду. Господи, там чё? А, там оценки подвезли. Shadow of Mordor или как её там часть выходит. О, смотрите, багулечка. Внизу текстуры сломались. Ну ладно, мы их подвинем наверх. Так, ладно. Что-то я разучился. Я ведь нормально проходил вот эту часть уровня. Так. Да ты твою мать, запрыгивай. Ладно. Блин, серьезно? Это место сложное? Какого черта я умираю? Раньше такой фигни не было. Так, я еще жив. О, и вот сейчас прыжок. Шикарно. А, еще будет ублюдский дом, да? А, вот он, родимый. Сколько
умопомрачительных часов я здесь провел. О, гоблин! Точнее, сморг. А раньше тебя тут не было. Давай, сморг. Птицы, господи, как я мог его забыть? Угу. У этих троллей изменился немного паттерн, как я понимаю. Поэтому придется учить все по новой, или около того. Гребаная ворона. Что за скрин? Какой скрин? Вендарио. Кидал? Он кидал на статью. У меня дроп, видимо, был что-нибудь в том роде. Хотел на эту статью, а на место ее какой-то обзор. Это у меня последнее, что было. А, это скриншот. Фейковый, понял. Блин, я подумал, что это была ссылка на сайт. Ладно, я разобрался, да. Всё хорошо. А, я вспомнил, как и надо убивать этих чертей. Вон, еще внизу он иногда выходит. Все, я вспомнил, как этот город проходить. Господи, я вас забыл, родименьких. Блин, я не гадят и гадят, гадят и гадят. Да. Есть такое. Так, ладно. Игра стала чуть сложнее, вот что я понял. А, ко мне, кстати, внезапно что-то ворвались обновлением 10 винды с утра пораньше. До сих пор не беспокоит. Блин, мне кажется, я еще буду просто очень медленно все проходить. Потому что последний босс он меня вымотал. Привет, Джимбокс. Блин, как я хочу поиграть в Lightning Returns. А, ну черт побери. Не, не буду. Я только Балу скажу, что я молодец, я прошел Ghosts and Goblins. А то мне, когда я его об этом расспрашивал, типа, он говорит, не задавай лишних вопросов. Сначала пройди ее. То, что я там начал у него расспрашивать про версию для PSP и прочего. Вот. Блин, враги стали чуть резче. Вот что я вам скажу.
Уходи. Блин. Все сложно. Блин, игра стала реально сложнее. Враги как-то быстро перемещаются. Более агрессивно себя ведут. Мне это абсолютно не нравится. Это, видимо, надо придумать новые стратегии. Ибо старые чего-то не работают. Ну, что меня сейчас задело? Блин, тут надо следить, короче. О, птицы, сморки. Сморки, которые чуть-чуть повыше. Ну, про щиты и сложность это было уже после. Ну, про сложность я у него спрашивал. Ну... Винарион, фишка Ghosts and Goblins, типа, ты проходишь один раз, и тебе в конце говорят, что это все иллюзия, и надо пройти все заново. И вот когда я сейчас еще раз пройду, будет уже настоящий босс, и будет настоящий конец игры. Вот. Не, пробежать их будет в число. Так, а кто тут босс? А, два рандома, я понял. Так, ладно. Приступим. Мне кажется, вторая по сложности именно японская версия. Я... Черт его знает. Не, мне интересна эта игра так-то. Просто она сложная немного, но... Ни в одну, ни в одни же легкие игры играть. Не, мне больше не нравится, да то, что там все мелкое.
Не, я это понял. Но мне же надо было что-нибудь сказать. Некоторым людям не нравится, когда игры сложные и надо, типа, провести часа три за одним боссом. Это я понимаю. Ну почему птица меня задела? Так, ну я более-менее понял, в каком порядке их убивать, этих троллей. Ну, мне контра именно визуально не нравится абсолютно. Именно самое первое. понял. Да-да-да-да-да, я понял, что про Сеговскую. Твою. Так, ладно. Так, надо верхнего убить. Потом убить слева. Стоп, а я не убиваю самого нижнего. А надо что-то придумать с ним. Так, наверное, надо опуститься. И вот после того, как я убил короля справа. Ну да, вот сюда его пойти и убить. Ищем. Вот. Ну как-то так. Этого тролля можно пробежать. Понял. Так. А вот тут я не... красная птица. Красный попугай тут будет. Ну-ка, красный попугай. Final Fantasy 13. Ух, еще будет два босса, которые убиваются на рандоме. Блин, вот это уже плохое начало. А, понял. Это, возможно, ремикс какой-нибудь. Ой. А, не. Там 13 финалов 4 CD. Типа официальная музыка. Без ремиксов и прочего.
Блин, вот эта ворона, она все портит абсолютно. Так вот тут противный красный попугай, который не всегда можно задоджить. Что я сделал? Что я сделал? Невозможно. Ладно. Пока все выглядит не вон из ряда выходящего. Блин, как же я устал кнопку нажимать. Опа, у меня дропы были. Блин, а тут есть секретка на броню какой-нибудь интересный? Черт. Ну, последний босс он не такой сложный. Он медленно стреляет и больше ничего не делает. Просто главное вовремя подпрыгивать. Блин. Но с прыжками у меня явно проблема. И те два босса, которые летают, они тоже легкие. Я не понимаю, как я сливался. Блин, вот бы автофайр был бы, реально на снессе. А то немного тяжеловато.
Так, ладно, пока все хорошо. Но вороны могут прям все плохо сделать. Либо демоны, которые вылетают из окна. Либо красный попугай, кто знает. Попугай слева сейчас будет. А нет, справа. Фу, то вороны. Фух, я думаю, сейчас... Блин, тут можно же вот так вот сделать. Будет хорошо. Так, вот здесь надо вот так вот сделать. А тут можно прыгнуть. Так, ладно, мне повезло. Так. Ух, ох, что-то платформинг-то. Нет. Фух, долетел. Так, здесь можно упасть. Здесь прыжок. Отлично. Это будет босс, и, возможно, мне повезет его убить. Получится его. Пожалуйста, не подходи. Так, и второй. Пожалуйста, не прыгай. Не прыгай. Победа. Так, здесь надо приседать. Это я помню. Я обо все задамажился, как следует. Блин, фига, враги жирные, что ли, стали? Или мне кажется? А, тут надо было идти поверху, а потом по низу. Ну ладно, не суть. Важно. Фух, так, там чекпоинт сейчас будет, если я успею дойти до зоны. Но я не успел. Ладно. По-моему, сейчас надо убираться. Ну, здесь я перепрыгиваю. И получаю дамаг. Угу. Черт, я не заметил зомби сзади. Так, ладно. А, вот следующее будет ад. Там будет много куча красных демонов, которых я терпеть не могу. Блин, я подобрал копье. Я не хочу копье. Ну ладно. Блин, вот отстой. Ну-ка, с них падается. Падает кинжал, интересно. Наверное, нет. Вот с сосисок падают ножи. Я точно помню.
Так, огонь это вообще ужас, кошмар, ад. Брать его мы не станем. Отлично. А, идем ровненько. Угу. Я дошел до чекпоинта. Тут теперь вот эта забияка. У меня время ломнет. Блин, фига, он теперь два раза стреляет. Ладно. Убийц. Блин, может быть, повыбивать кинжалы с них? Ну ладно, с копьем тоже нормально. Пойдет. Да. Стоп, тут босс дракон, а он неуязвим к топорам. Откуда копью? Мне же не надо где-то достать нож, я правильно понимаю? Так, я забыл как-то убивать. Я абсолютно не помню, как его бить. Черт. Как же я убил? Так, прыжок активирует это. Так, ну ему надо быстро наносить удары, чтобы он не успел тебя задамажить. Я помню, но я не помню, как их быстро нанести, чтобы он меня не убил. Еще меня сосиска убивает. Ой. Вот это самый изящный первый, а потом то сложнее и сложнее. Так, это, по-моему, опять тема Чокоба. Ой, зачем я прыгнул? А, по-моему, я делал вот так вот. Да, вот, вот прям вот так. Блин, может быть это все-таки летающая безголовая рыба? Надо погуглить, короче, врагов Ghosts and Goblins и узнать, что это. Вот. Да ну прыгай ты. Так вот, он идет. Я получаю урон. Да, как-то я так проходил. Потом я тупо прыгаю, 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 прыгаю. Поднимаюсь. Там что-то дропается. А, там просто бонус. Так, здесь будут два демона. Блин, хорошо, что врагов не прибавилось. Это... Слава богу. Так, вот этого... Он вот так вот идет. Я умираю. Хорошо. Прогресс не стоит на месте. Ник уже прошел максимум верш. За час или за два? За полтора, наверное. Так, прыгаем.
Зачем я пошел? Да ну, блин. Видимо, надо его еще чуть в бок, чтобы он отошел. Улетел. Минус проблемы. Блин, вот эта песня напоминает каста... А, нет. Начало именно. Каста Дель Соло. Седьмой финалки. Ну, это 13-е. Твоя сосиска. Сейчас у меня вроде бы их не было. Ну-ка, Виндариум, у тебя были дропы? Или Луминеги? Или кто там еще остался? Кто еще живой? О, вот сейчас дропы пошли. Большие. А теперь прекратили. Вот. Блин, я не понимаю, есть ли дропы или нет. Наверное... У меня ОБС то красным горит, то зеленым. Немного? Блин. Отстой. Что на сегодня закончить. Раз. То он стрим дропает, то он еще чего-то. А то он берет от серваков ключа отключает еще. Гаденыш такой. Так. Блин, фига, я что-то убить не могу. Ура. Блин, надо было прыгать. Поздно это сделал. Блин, жалко, что броня не дропается. Ну-ка. Гоу за секреточкой. Блин, оно броню не дает. Ну ладно. Ну, блин, я забыл о них. Я помню, что там дальше красный демон, а об этих я забыл.
все-таки, по-моему, дракон... Ну, по крайней мере, в Boss Rush дракон был неуязвим к копьям. Я боюсь, что он тоже сейчас будет уязвим, и я его не убью. Это будет очень грустно. Я очень надеюсь выбить кинжалы. Так. А там брони нету, да, слева? Пойди. Он, она есть там. Черт. Блин, вот это я зря, да?
Так. На чем я там остановил? А, я на демоне остановил. Ладно. Идем вперед. Блин, я очень хочу кинжалы. Короче, голых выбивать. Мне кажется, тут нет иного выхода. Блин, они не выбиваются. Хотя вот так вроде сосиска рестница сейчас, да? Ну. И где она? Рестница еще, пожалуйста. Блин, ладно. Блин, мне кажется, пару часов пойдет на этот уровень. Да ну пощади. Мне реально надо выбить кинжалы. Без них очень туго. Так, ну-ка. Блин. Ладно, пойду посмотрю, где тут есть дропы. Хотя давайте так сделаем. Давайте я через час вновь заведу, а сейчас я пойду. А сейчас пойду поем, и раз возможно дропы прекратятся. Вот. Так что спасибо, кто смотрел. Через час заведу опять.